20 копеек, 1951 год. На реверсе в центре восьмиугольный щит. На щите изображен две строки номинал монеты. Цифра 20, под ней надпись «КОП». Под щитом дата чеканки 1951. Слева и справа от щита дубовые листья с желудем, смотрящим вниз слева и смотрящим вверх справа. Над щитом пшеничный колос. На аверсе герб СССР образца 1946 года. 16 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик. До 1956 года в составе СССР было не 15, а 16 республик. Карело-Финская республика в 1956 году была преобразована в Карельскую автономную советскую социалистическую республику. Под гербом полукругом вдоль канта прописана аббревиатура государства, надпись СССР. Гурт рубчатый. Монета из мельхиора, МН-19, вес 3,6 грамма, диаметр 21,8 миллиметра, толщина 1,4 миллиметра, чеканилась на Ленинградском монетном дворе, тиражом предположительно 76 тысяч штук, средняя цена 250 рублей, конкретно эта монета куплена за 300 рублей.